Выборы – это модно, выборы – это не скучно. В столице региона продолжается диско-марафон под названием «Танцуй голосой». На этот раз предвыборные танцы прошли в одном из ночных клубов города. Напомню, проект призван поднять интерес молодежи к предстоящему голосованию на выборах 2014. Во время дискотек молодые люди могут не только развлечься, но и выразить свою гражданскую позицию. Организаторами весьма необычного проекта является Ассоциация скаутов Ненецкого округа, а также клуб диджеев. Основной мысль в дискотеке – замотивировать и донести до молодых такую мысль. Если ты взрослый, если ты совершеннолетний, сходи на выборы. Как показала практика, эта предвыборная акция весьма успешна и уже дала результаты. Молодежь заявляет, голосовать они пойдут точно. Девушка, вы пойдете на выборы? Да, обязательно. Потому что мне не безразлична судьба моего округа и поселка. Да, конечно, я пойду. Так как выборы – это модно, поэтому... Впереди еще две предвыборные дискотеки. Они пройдут в ночном клубе «Норд Холл» и на площади «Марацей».